ВБР хоронит королеву. С вами Серафим. Привет, друзья. У меня, как всегда, хорошие новости. Британия осилена и пройдена нами лично. Британию мы прошли немножечко дольше, так как танков у меня выбор был чуть поменьше. Поэтому понадобилось дня 2, а то и чуть больше даже, 2,5. 140 боев сделали и аж целых 17 часов. Все почему? Потому что не было дамажных танков с большой альфой. Мы наносили урон, потихонечку нащелкивали. Бывали бои, когда я и этими мелкими пушечками настреливал, так, 3-3,5, но это были такие редкие случаи, что чаще были случаи, когда я просто появлялся и умирал сразу. Но не об этом. Так вот, наши данные. Отчет, итог. АТ-7. 35 боев сделали. Замечательная ПТ-шечка, не знаю, мне очень понравилось. Комет. 30 боев. ТОК-2. Сосисочных 27 боев было сделано. ФВ-304. Бешеная маленькая арта, на ней мы сделали 20 боев. Блэк Принц. Замечательнейший танк. 16 боев. И Черчилль Ган Керриер. Невероятный кактус. На нем аж целых 12 боев. И слава ВБР, мы его продали. Больше не надо будет на нем кататься. Еще раз отмечаю, что Британия уже пройдена. В дальнейшем идем покорять восточные страны и нации. Так что увидимся где-то там в районе Китая с рисом. Так что давайте. До встречи в следующих видео.